А сегодня у нас огромное поступление сабовых коробов. Под 10-12, 15-дюймовый динамик, закрытый ящик, фазоинвертор, щелевой, на трубе, друзья. В общем, абсолютно любой ящик, абсолютно под любой сабовый динамик. Из новинок у нас сегодня новые интересные сабовые ящики. Под 10-дюймовый динамик на трубе, 110-й. Покрашены они даже внутри, в зависимости от цвета трубы, оранжевый, черный, красный, синий. На трубе они приехали 110-й. Кстати, труба сама по себе притянута красивыми шестигранниками. То есть шуруп со шестигранником под цвет хром. Также встроен обязательно порт, то есть терминал. Далее. Объем ящика составляет 46 литров чистого объема. Сделан из фанеры. 18-я фанера. То есть довольно-таки может выдержать мощный сабовый динамик. Настройка 38-40 Гц, что является универсальной настройкой. Полностью обтяжка серым карпетом. Цена данного короба составляет 3200 рублей. И он подойдет под, скажем, даже, наверное, 70% 10-дюймовых сабовых динамиков. Кстати, небольшой по размеру. Отлично для тех, кому нужно сэкономить место в багажнике. В наличии во всех наших трех магазинах.